Всем добрый вечер, телезрителям добрый вечер. У нас сегодня заключительное занятие, подводя итоги той работы, которую мы сделали. Мы начинали с импровизации, мы ощущали свое тело, как оно работает, потом мы учились танцевать связку танцевальную, то есть все те наработки, которые мы делали, даже если вы используете свои какие-то, свое какое-то направление в хореографии, это же можно применять в повседневной жизни, даже ощущать какие-то моменты, чувствовать интуитивно. Касательно постановочной работы, которую мы делаем, это очень тяжелый процесс, потому что даже ту хореографию, которую мы делаем, не всегда можно соединить с самой драматургией номера, потому что есть много нюансов постановочных, и не всегда хореография уместна танцевальным куском. Так как у нас песня, и так как много используется жестов, поэтому мы разбираем и жесты, и соединяем это все с хореографией, это мега сложно, поэтому часть хореографии мы просто убираем, потому что она неуместна в номере. Поэтому для себя, для ощущения своих каких-то нюансов по телу мы можем танцевать и продолжать это дальше же делать. Поэтому я буду всегда рад, если вы дадите обратную связь нам и будете присылать видео. Я могу даже вам комментарии давать по поводу каких-то замечаний по хореографии. Это, думаю, для вас тоже будет полезно и для ребят будет полезно. Если есть какие-то вопросы, я всегда рад на них ответить. Поэтому на данный момент мы сейчас для телезрителей повторяем хореографию, которую мы учили, весь кусок танцевальный вместе с вами. После мы будем повторять песню и разбирать по словам, по жестами, по музыке, по ритму, по всему абсолютно. И дальше мы продолжаем ставить хореографию, полностью весь номер. Я надеюсь, мы за сегодня закончим это все. Поэтому собрались и сделали класс. Вам большое спасибо, что вы с нами. Итак, становимся, вспоминаем, да, вспоминаем кусочек, садимся на пол, первое. Не, все вместе, а дальше уже, мы сейчас вспомним просто по рисунку, что зачем. Окей. Первое движение, да, у нас ручки идут вверх, медленно. Раз, ой, наоборот, извините, наоборот, к себе опустились, от спины поднимаемся вверх. Переходим на стопы. Прыжок. Опускаемся. И поворот влево. Ножку поменяли. И слайд. Слайд. Неудобно. Падаем в пол. Перекат. Встаем. И поднимаемся. Раскручиваемся вверх. И дальше. Шаг на ногу. Поворот к себе. Ронд левой ножкой. Встать, вкрутить лампочку и сесть. Влево упасть и поворот за ножкой, пауза. Поднимаем бедра, раз, два, внутрь, три, перекат и винт ногами. И перекат назад, аккуратно, легли и выжились. Подтянули ножки к себе и раскрутились. С правой ножки шагаем. Раз, два, три, голова, четыре. Рукой за лицо, отворачиваю, шагаю назад, вытолкнуть. Вес на левую ножку, ручки поднимаю вверх, поворот. И за ногой. Раз, два, и опустить, открыть. Вес на левую ногу, поворот вправо. И за ногой. Обнять. Дальше сброс за ногой назад и ронд, упасть, сложить, открыть. Есть. Делимся пополам. Я разбываюсь. А тут теперь надо. По желанию. Можете мальчики первые, потом девочки. Ну, давайте парни, потом барышни. Можно нам музыку
Не-не, другую. Разминка, которая была. Навеселее, с энтузиазмом, с драйвом. Только не сломайте мебель дома и не ушибите сами. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, поворот, два, три, четыре и пять, шесть, семь, восемь. За ногой, бедра. Нога за ногой. И винт. И перекат. Встать. И шагаю. Голова. Рука. И раз. И. Есть. Сами. Еще разок, парни, еще разок. Самостоятельно. Надо было чехол на себя одеть. Выучил. Шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, медленно, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, и шесть, восемь. Четыре, восемь, раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять. Есть еще разок, парни. Еще разочек. Еще раз. Сначала можно. Добавьте теперь больше, смотрите, это сейчас девушкам тоже. Добавьте теперь больше выразительности по состоянию, расслабьтесь, движение, больше амплитуды делайте. На шагах, когда вы шагаете, потянуться за рукой, сброс. Да-да-да-да. Пожалуйста. Хорошо. Я вижу, вы и так стараетесь уже, супер, мне нравится.
Раз, раз, раз. Есть. А, супер, парни, молодцы, очень круто. Молодцы, молодцы. Зачет, барышни. Пожалуйста, со мной вместе. Не, нормально, нормально. Готовы? Пожалуйста. Настраиваемся. Пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три и четыре. Окей, молодцы. Самостоятельно. Давай. Я буду подсказывать. Давай. Молодцы. Там больше, смотри, там и перед собой раз. То есть тебе нужно твоя точка это кисть, и ты вращаешь вокруг кисти. Подняла, раз, повернула, и потом кисть вывернула. Да. Поехали. Чуть вперед, Маша, вперед. Шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре. Аккуратно, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, ронд, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 раз, два, три, четыре,
5, 7, 8, 1, 2, 3 и 4. Помните? Ну, давайте еще разок. Парни по разу и барышни по разу. Круто. Очень, да, и громче немножко, чтобы. Очень круто, молодцы. Вот вы сейчас начали наслаждаться, и это очень важно. Начали кайфовать, и да, и это замечательно. Пожалуйста. Хорошо, хорошо. Хорошо. Начали спешить. Еще раз? Да. Хорошо. Девочки чуть-чуть делают спокойней. Вы начинаете загонять темп просто. Чуть-чуть успокойтесь. Ритм идет ровно. Там идет, в начале идет счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начало ровно. Да, чуть спокойней. Становись, садись. И у вас когда идет перекат, вот этот, когда пауза, и потом выход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пауза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Хорошо, молодцы, молодцы. Барышни, хотите еще раз? Конечно. Куда вам, куда вы денетесь? Еще раз. Свое удовольствие. Танцуем, получаем удовольствие. Хорошо. Тогда давайте мы сейчас, мы для телезрителей, мы повторили несколько раз кусок, хореографию танцевальную, да? Поэтому мы сейчас переходим к обучению текста, и дальнейшее у нас постановка номера. Дальше мы сделаем та хореография, которая у нас есть. Мы будем вставлять ее в номер, но чуть попозже. Сейчас мы разберемся с текстом песни. Окей? Пожалуйста, садимся в полукруг. Есть у кого текст? Есть? Будем сейчас музыкально будем разбирать имени. Имени. А, ладно, я с тобой буду рядышком. Окей. Хорошо. Итак. Да. Ну, оно, в принципе, одинаково. А Игорь с Мариной уже выучили, да? Тогда нам нужен тогда кожному отсюда, да? Ага. Кожному. Окей, хорошо. Итак. Мы начинаем с момента, когда мы стоим в линии перед задником. Да? Будет небольшой нюанс, мы будем чуть по-другому делать, идти вперед, но в принципе остается точно так же, повороты не меняются. Как было по тексту, так и остается. То есть, просто мы будем расслаивать линию в клин, в треугольник, птичку. Да, те, кто стоит крайне, там буквально на месте будет шагать и поворачиваться. Мы не будем двигаться сильно. То есть только первая пара солисты будет выдвигаться вперед. Ну, это пока не суть. Давайте тогда первый у нас иде. Зійде мій голос. Зійде мій голос. С теблом. Давайте еще разочек. Мальчики, все вместе. Зійде мій голос. Девочки, стеблом. Стане для когось. Стане для когось. Крилом. Крилом. І прокинуться. І прокинуться.
Сейчас и прокинуться від снів. І прокинуться від снів. І всі раз, а ні, і дальше вже мільйони голосів. Да. Вже мільйони голосів створінь земних в мені. І всі вместе, щоб уже не згасати. Вже не згасати. Єсть ще разок. Зійде мій голос стеблом, стане для когось крилом, і прокинуться від снів вже мільйони голосів створінь земних в мені, щоб уже не згасати. А можна, пожалуйста, куплет музикально, тому що я читаю не музикально. А когда у вас крылом больше сделать, все, у девочек идет жест, правильно? У парней вы больше от лопаток, лопатками поднять и опустить. Просто шу. Да. Волну вы знаете, да, как делать? Да, локоть от локтя. Нет, это с середины, наверное. Ладно, после припева пускай будем. Тиша співає. Почув. Можно громче. Я прислухаюсь, мовчу. Голос мій з глибин зійде, щоб теплом своїм зігріти всіх людей. І цей день неповторний, кожну квітку чую серцем я, серцем. Кожна мрія світла, як мелодія, чую, як ти у трубі сню, чую шепіт хвиль, чую я спокій літ, чую я серцем світ. Парни. Стане для когось крилом і прокинуться від снів. Вже мільйони голосів створінь земних мені, щоб уже не згасати кожну квітку чую серце. І що з цього ж куплета? Все длиннее. Можно с середины там. Щоб теплом своїм зігріти всіх людей землі зійде. Щоб теплом своїм зігріти всіх людей землі. Дальше мы помним, кто начинает первый, да? Кожну квітку чую серцем я. Вы начинаете. Не-не, дальше. Бридж. Нет, не бридж, приспів. Да.
Вторая, кожна пара. Сядьте по парам, кто с кем, чтобы вторую часть. Иди к нему, чтобы вдвоем, кто с кем. Значит, у нас по припеву. Первые, вторые, третьи, четвертые и пятые. Мы сейчас сделаем после припева зидами голос с стеблом, та-та-та-там. Вот это мы делаем, и потом сразу вступаем с припева. Да. Угу. Да, вот это, а потом сразу это. Можно еще разок, пожалуйста? Да нет, шутка. У вас сразу после куплета у вас сразу вы вступаете после того, как вы сделали, щоб уже не згасати, сразу начинаете кожну квітку чую серцем я. То есть там нет паузы у вас. Угу. Давайте еще разочек.
Супер, молодцы. Давайте теперь сейчас мы всю песню от начала до конца. Угу. Полностью всю песню. Угу. Смотрите, мы сделаем тогда такой ход, ребята, а когда заканчивается песня, там просится просто. А мы все вместе делаем «Чую я». Только, да, более, только более шире это все сделать движение. Да, артист. Я предлагаю еще разок. Да? Давай. Я сейчас запою вместе с вами. Раз, последняя восьмерка. 3, 4, 5.
тиша співає, почу. Я прислухаюсь, мовчу. Голос мій з глибин зійде, щоб теплом своїм зігріти всіх людей землі. І цей день неповторний, кожну квітку чую серце. Все вместе. Все вместе, или когда, или пам, и потом, давайте так, так будет хорошо. Там раз, два, три, четыре, чую я. О, Господи, носи, носи, носи. Четыре счета мы отсчитываем после того, как музыка закончилась. Пять. 4, 5. И ну, 5. Важно. Еще раз. Давайте, может, это, раз, 3, 5. Давайте, да. Последняя фраза. И раз, два, три, четыре. Влада. Пять, шесть, семь, восемь. Чую я. Еще разок. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я считаю от конца всегда. Пять, шесть, семь, восемь. Супер. Без понятия. Как правильно? Амплитуда. Ты же знаешь, я люблю амплитуду. Не резко. Чую я. Я уже выучил. Да, да. Еще разочек. Можно, пожалуйста? Я схожу. Шесть, семь. Тиша співає. Почу. Я прислухаю. Чу.
три, четыре, пять. Супер, супер. Окей, это есть. А теперь приступаем к самому сложному, к танцу. Остаются на, значит, вы по центру, как и были. Остаются на сцене Влада, Гриша, Наташа, Миша. Все остальные за кулисы. Теперь те, кто остается на сцене. Скажи, пожалуйста. Те, кто остается на сцене. Мы сидим, народ, Ахтунг, внимательно. Мы сидим в свободном положении, неважно, кто-то может сидеть, кто-то может просто думать, то есть положение любое. Те, кто остаются на сцене. Четыре человека, которые и солисты, да, шесть. На своих точках. Где кто сидит? А если ты там стоял, ты там стоял? Смотрите, какая задача. Те, кто стоят на сцене, они типа спят. Да? И они медленно просто будут подниматься, медленно, 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 и остаются в своей точке. Те партнеры, которые будут ходить, они ищут. И мы должны будем, проходя мимо чужого партнера, обратить на него внимание, искать, всегда взглядом искать, где же. Понятно? И тогда, когда человек нашел, Миша будет самое интересное. Миша, где ты, Миша? Миша! Миша сидит. Наташа сидит. Садимся. Слова не надо пока. В промежутке. Миша. В промежуток. Как хотите. Да, ну, я Наполеон. Так, Наташа, я положу там на столик. Любое положение, ну, главное, типа, знаете, смотрите, это должно как угодно, положение должно быть эстетически красивым, первое. Это можно вот так сидеть, можно вот так. Девочкам можно вообще вот так сидеть. Парням можно вот так сидеть. То есть без разницы. Влада, собери ноги. Да, Миша, можешь вот так вообще сидеть. Либо на двух, либо... Если Гриша сидит вот так, то ты будешь сидеть вот так, например. Вот так. Только ты в промежутке должен. В промежутке. Промежуток. В интервале, по-другому. Оп. И чуть-чуть диагонально. Чуть диагонально. Как с этого положения вставать? Ты знаешь как. Если мы с этого положения, да, просто ножку подтягиваешь, и мы поднимаемся спиной. Они вас не должны видеть. Вот те, кто ходят. Красиво. Понятно? И мы выстраиваемся в тот рисунок, в котором будем стоять. То есть вы лицом туда, девушки, лицом по направлению. Понятно? Ты как начинаешь танцевать? Вот так, правильно? Комбинацию, куда ты? Не. Смотри, ты сидишь здесь, да? Ты встаешь и разворачиваешься лицом сюда. И ты такой, о, партнерша. Понял? У вас все просто. Партнер. Это понятно? Давайте сейчас подсчет просто. Мы выйдем, ребятки. Богдан. Я считаю, мы сначала подсчет проходим. Я буду дальше менять. Хорошо? Поехали. 7, 8. И раз, два, три, четыре, поднимаемся, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3.
три, четыре, пять, шесть. Где ты стоишь? Нет? Это было классно. Это не ты? Нет, это не ты. А где? Это было натурально. Это круто. Богдан, я думаю, тебе нужно выходить оттуда. Они там свое делают. Вы на них не обращайте внимания. У них своя там любовь. Оттуда. Давайте еще разочек это. Это очень сложно. Да, я с кармана тут это. Да. Я стукну. У вас нет, у вас идет первое как вдох. И потом, да, и пошу. Готовы? 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Партнерша. И дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Господи, 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 какая полифония, мне нравится. Настенька, Настенька, знаешь, какая ошибка? Ты делаешь вот так. Она выбрала меня, да? Иди сюда, иди сюда. И ты смотри, вместо того, чтобы взяться, не, вот так, за руки, ты делаешь вот так. Ты его не держишь. Ты тоже помогаешь. А ты, получается, не держишься руками. А как ты выпрыгнешь? Он же не может, ты же ему дать тоже посыл как-то. Хорошо? Я думаю, может, там паузу все-таки сделать перед прыжком. Да. Да. Народ, небольшие change изменения. Небольшие изменения, нет, не в хореографии. Сейчас мы там. Мы сейчас это все, давайте, потому что... Перед поддержкой, когда мы сидим, девочки сидят, парень подходит, мы не раз делаем, мы делаем паузу, да, собрались, настроились и только тогда прыгнули. Хорошо? Не сразу. То есть если вы уже раз, два, парень, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. То есть партнеру нужно сделать просто к партнерше наклон медленно и потом резкий прыжок. Партнерше хватит времени собраться с духом, перехреститься и взлететь. Да. Чуть-чуть. Не та поддержка. Это запомнили? Давайте сделаем синхронненько вот эту вот. Откуда? Да, с вот этой части, когда под спину, вот эту часть. Все вместе. Стоп, еще разок. Вернулись, приготовились. Наташа. А мы начинаем с вот этой. Да, вот партнер готов. Я стукну. 7, 8. И раз, и два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8. Стоп. Смотрим. Не, тихо, еще подожди, не спеши. Партнерша уходит вниз, правильно? Ты уходишь вниз.
Раз, положил, отошел, красивенько, к ней, не спеши, он, к ней, и отсюда прыжок, все, окей? То есть сначала мы отошли, далее, то есть мы одну руку, второй рукой к ней, через волну присели и подняли. Потом. Когда парень отходит, девушка в это время поворачивается? А он ее крутит. Стоп, смотри, вот у них правильно. Вернитесь, у вас... Сделай, пожалуйста, вот ты положил, и как ты заходишь. Внимательно, смотри, по ногам смотрим. По ногам. Раз, партнер, два, девочка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше не надо. Понятно? Хоп, да. Жуть. Есть? И в кулису. У нас там типа мы идем на поцелуй. Да, успокойся. Мы идем типа на поцелуй и прыжок. Партнер. Угу. Да. Только не Спайдермен. Не Спайдермен. Да, Спайдермен. Людина-павук. Як паук. На українській мові чоловік-паук. Поехали еще разочек с момента. Закрутились и дальше. Тара-тара-там. Еще разок с момента. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет, стоп, вернулись. Семь, вес на левой ноге, семь, партнерша вращается, восемь, раз, два, прыжок, три, четыре. О, вот сейчас правильно, молодцы. Ну, вот так было, да. Да. Сидел, и мы делаем раз. Не. По ногам, когда партнерша лежит в полу, вот мы приземлились. Партнер дал руку. Девочка открывает правую ногу в сторону, закрывает колено и доворачивается. И потом вот эта пауза. Мы ножку ставим, нет, прыжок, да, и двумя ногами, да. Что? Господи. Раз, два, три. Есть это, идем дальше. Дальше поднялись. Мы девочек подняли, перекрутили, поставили, подняли. Дальше что мы делаем? Проворот. Это уже сделали. В круг заходим. Стоп. Ой, сердце с левой стороны. Так, девушки. Сейчас. Вы сразу идете, не обходим партнера. Сразу. Настя, сразу. То есть ты сделала, и вот сюда. Раз, два, три.
Четыре, да. Раз, два, три. Не-не-не, сейчас. Да, зашла. Вот. Давайте зайдем в круг. Лада, на исходную позицию. Семь, восемь. И раз, и два. А теперь это бегом. Бегом, забежать. Раз, и два. Семь, восемь. И раз, и два. Супер. Парни, что вы там делали? Что там, Богдан? Семь и восемь. Угу. Стояли правой ногой. Семь и восемь. Правой. Семь и восемь. Есть это? Семь и восемь. Теперь. Что? Девочки, вы делаете с правой ноги. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Но при этом мы руки открываем. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Парни, вот момент, когда парни делают раз, два, три, вы выходите в этот момент. Раз, два, три. Да, потом парни. Раз, вы делаете шаг только, вы делаете правой ногой. Раз, подставляю и за руки беру. Девочек. Это парни делают. Девочки делают. В момент, когда парни заходят в круг, вы забежали, вдох на полупальцах, потом схожу и раз, два, три, раз, два, три. В этот момент, когда девочки, Павел, давай с тобой, ты выходишь из круга, ты зашла в круг, мы делаем раз, два, три, раз, два, три. Да. Угу. Еще разок. Станьте, пожалуйста, на свои точки исходные. Да, там пока надо. А ты будешь это вышивать. Девочки, 5, 6, 7, забегаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Надо раз, два, три. О, нет. Вы, девочки, делают назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Раз, два, третий доделай. Второй шаг доделай. Два, три. Вот так вот. И мы делаем выпад раз. Да. Потом Батман, Экарте, фляг. Это понятно? Еще разочек делаем. Спар? Да, спар. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре. Стоп, нет, партнеры. Парни, нет. Парни, вы стояли, у вас правая нога. И нет. Мы оставляем корпус. И толкаю плечом себя. Оставить, вбежать, да. То есть, если ты стоял для вас, у вас просто вот плечо уйдет. И вбежать. А тебе сложнее. Тебе нужно вообще бум сюда. Тебе через разворот. Получается, смотри, Богдан стоит, и он через правое плечо назад. Ты стоишь, тебя... И раз. У тебя чуть меньше шагов получится. Есть это? Давайте еще разочек. Спар. Там понятно дальше? Там и чуть уже. Оставь корпус на ноге. Оставь. Не слишком широкий шаг. Вот ты стоишь. Да. Ты слишком широкий, получается, типа сложно. Правая. Правая. Раз.
Вот, раз, не, уже. Теперь вес оставь на ноге. Вот чуть-чуть, а теперь просто толкнись. Вот и все, вот так и достаточно будет. И плечом импульс дай. Ребятки, плечом, левым плечом нужно дать импульс в центр. Как толкнуть. Раз. И оставить левую руку. Оставьте левую руку и посмотрите на нее. Бух, да. Поехали. 5, 6, 7, 8. И раз, и два, 3, 4, 5 и 6. 6. Девочки, выпад. 7. Да, держим. 7. Я знаю. 7. Да, да. 7 на правую. 7. 7. Переворот назад. Это вы поете? Это еще до пения. Не, подожди. Да, это еще до пения. Это до тишины. Это до тишины. Там у вас на красивенько. Если ты стоишь так. А ну дай мне, а ну отойди. Держи. Не бойся. И бум. Держишь? Забирай. Тяни. Бум. Бам. Да. Угу. Еще разок. Девочка делает ронд ножкой, круг ногой по полу, шаг накрест, на нее становится, левую руку вверх и до ворот. Партнер делает шаг. Подошли. Да. Потом, а ну поднимай руки, поднимай. Бум. Отпускай. Трам-пам-пам. А? Туда, но на один, да. Мальчики. Фляг. Прыжок назад в руки, приход на ноги. Переворот назад. Есть это, понятно? Не, смотри, вот ты, смотри. Нет, смотри. Вот ты стояла вот так вот, да? Вот девочки стоят на двух ногах. Я опускаюсь на левое колено, раз. Сажусь назад, два, отпускай руки. Опускаю. Правой ногой рондик по полу. Перекатываюсь за партнером и встал. Угу. Да. Партнер в этот момент, то есть партнерша сделала раз, уходит. Партнер выбегает, бег в эту сторону. Просто бег, просто пробежать. То есть раз, вы делаете как бы и из круга добежать, встать. Все правильно. Через один. Смотри. Сюда. Значит, получилось. Наташ, дай руку. Дай. Сейчас, подожди, я тебе покажу, просто чтобы ты понимал. Смотри. О, Господи. И поднимаем. И девочек, парни, шаг ногой. Раз. И два. И 3, 4. 4, да, в интервал. Ты стоишь здесь, Миша стоишь здесь. И сюда доходишь. Нет, там не столько далеко, как тебе нужно просто делать шаг и просто побежать. Там. 2, 3, 4. Да? И пошел афроджаз. Yeah.
Еще разочек. Когда мы заходим со всей вот этой... Или вам лучше с этой части, когда мы садимся в пол? О, Господи. С момента, когда девочки стоят спиной. Девочки стоят спиной. Наташа туда лицом. Выпад, да. Теперь поднимаю и ронд, круг, и поворот, и садимся. Не, не, а вы чего вы не сделали шаг? Вы должны... Они же бедные стоят, ой, извини, они бедно стоят, там уже в раскорячке, не хватает рук. И опускаюсь, и руки раз, партнер, шаг, и ухожу. Наступи на нее. Сильнее. Вы, партнеры, вы выходите раньше, чем девочки делают перекат. То есть она села, и вы уже... Нет, смотри, давайте сделаем вообще легче, чтобы вам было. Не через спину, а вы убегаете вот так вот, и вот так вот побежите, чтобы вы не наступили на них. Да, хорошо? Миша. Мне, конечно, больше нравится через спину, конечно же. Но мы делаем просто назад и вот так вот. Раз и два. И да. Шо-шо-шо? А, как руки на беге. Красиво, по-балетному. Он сейчас сделает. Просто. И просто произвольно. Это не значит, что типа надо специально их как-то делать. Произвольное движение рук. Да. Посадобль. Не пошел. Готовы. Еще разочек. Давайте с пар. Уже встали, заход в круг. Не-не, с этого. На исходную позицию. Туда. Туда еще. Интервал. 7. Будда. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и. 6 и поворот. 7, 8, руки поднимаю, ухожу. 1 и 2 и 3 и 4. Красиво. Очень страшно, но красиво. А вы, если что, есть такая игра детская, называется «Стрибалы козы через лозы». Развивалочка для детей. Если так, хоп. Да. Есть это? Так, вот сколько там по музыке? 7 восьмерок. Семь восьмерок? Сам танец. И потом у нас еще сколько остается здесь? Так. 1, 2, 3, 4. А можно, пожалуйста, нам с самого начала, да, просто по схеме я буду, потому что я не помню, сколько там осталось до слов. Hello. Эй, малыха, привет. Пожалуйста. Влада, шире. Да. Поднимаемся. И громче музыку можно? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. 1, 2,
три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмерка. Спасибо. Да, спасибо. Супер. Спасибо. Спасибо. Есть, осталась еще восьмерка у нас. Мы сейчас будем смещаться еще раз, потому что нам поднять нужно тельце и второе тельце. Окей? Значит, мы сделали. Мы пришли на исходные места. Что мы здесь сделаем? Все разворачиваются из круга, даже солисты. То есть мы добежали, встали, мы делаем кусочек. Раз, два, три, четыре. Только смотрите, стать шире. То есть получится, парни будут чуть-чуть шире становиться. Еще. Еще, Миш, еще. Еще. Нет, Наташа, стой, нет. Девочки, ты тоже са. Значит, да, то ты в эту сторону, так, спиной друг к другу, вот так. Мы делаем, только вы толкните друг друга. Мы делаем все вместе по ходу, по линии танца, как говорится, против часовой стрелки. Мы делаем туда, шаг на левую ножку, раз, по ходу, по кругу, раз, да. И два, три, в круг, четыре. Дальше что мы делали? Поворот. Пять. Какая разница? А точно. Да, пардон, темла. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И теперь... Ой, неудобно, подожди, неудобно. Неудобно. А вы делаете, вот вы оставляете, вам так нормально, мне нравится, как у вас. А вам сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Парни на месте, парни, пять. А девочки делают здесь только... Да. Сейчас, девочки, получается у вас. Раз, два, три, четыре. Из круга. Пять, шесть. И медленно. Семь, восемь, раз. Пять, шесть, семь, восемь, раз. Поднять ручки. В этот момент, когда вы делаете поворот, вы бежите... Но. Ой, извини, пожалуйста. Влада. Останьте, пожалуйста, на точке, где вы стоите сейчас. Парни, где вы стоите? Наташа, где ты стоишь? Настя, Господи. Так, нет, вы ближе здесь. Все-таки, парни, заходим в центр. А девочки из круга. Вы из круга. Вы делаете комбинацию. Мальчики внутри круга делают, а девочки наружу. Потому что им нужно бежать, и они вас несут. Понятно? Чуть-чуть еще. Так. Мы делаем всю эту комбинацию. Вот эту комбинацию. Вы ближе к центральным парам, мальчики, а девочки по внешнему кругу. Да? Мы делаем всю вот эту часть. Раз, два, три, четыре. Мальчики бегут, девочки, пять, шесть, семь, восемь. А вы тоже, вы опускаете, семь, восемь, раз. Да. Есть, давайте до сих пор, с момента, когда вы забегаете в круг. Я же говорил, что будет все заново.
Это легче. Это намного легче. Сначала Гриша, на исходную. Нет, с момента, когда девочки забегают в круг. И парни. Тум-пум. Да? 5, 6, 7, 8. Девочки. 1, 2. Парни. 3, 4. 5, 6, 7, 8. И девочки. 1, 2, 3, 4. И 5, 6. Обегаю. 7. Не зах... Нет, стоп. Девочки вышли из круга. Девочки, ахтун. Смотри. Сейчас. Кто здесь стоит? Без разницы. Вот я сажусь. Я ухожу. Убегай. 1 и 2. Окей? Давайте еще разок с этой части. Да. Девочки забегают в круг. 5, 6, 7. И 1 и 2. 3 и 4. 5 и 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 и 6. И девочки выбегают. 8. И 1 и 2. 3, 4. 5, 6. Добежали. И поднимаем. 7, 8. Стоп. Отдай руку. Отдай руку. Так. Спасибо. До свидания. Опускай. Нет. У тебя, скажи мне, какая у тебя... Ладно. Нет. See you tomorrow. Окей? Okay? Вот так не надо. Вот так не сжимайте. Нет, не сжимайте ноги. Богдан. Смотри. Послушай. Ты, у нее вес, вот тут косточка. Вот тут в руке. Вот она должна стоять здесь, в ладошке. Ты вот так пяточку чуть-чуть, вот тут. Вот так вот, не сжимай, ей больно. Нет, на пятку. Смотри внимательно. Она по факту стоит... Послушай. Послушай. Посмотри. Она стоит вот так. И она вот так и должна держаться. Если она опустит пятки, у нее корпус уйдет вперед. Смотри, вот. Вот, видишь, я держу. И колен. И я поднимаю. И ей удобно. Ей так удобно. Я не сжимаю, я просто держу. Она уперлась мне бедром в плечо, и все. Опускай. Я дорого стою. Я шучу. Хоп. Да, туда, да. И потом тук. И левая рука. Нет, ты туда лицом. И вот ты в диагональ. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Все. Сделаем. Там и... Шух, умница, да. Бум, да. А сначала музыкально все вместе с поддержкой. Да. Это из серии «Вуле вукушевек муасесла». На «Вуле вукуше авек муа сесуа». Да.
Я потом скажу, как это переводится. На исходную, пожалуйста, на исходные точки. Давайте, нам еще номер доделать надо. О, Господи, мы сегодня ничего не успеем. Наташа, Настя, на исходные позиции. Наташ, Настя. Тебе будет удобно оттуда. Тебе будет отсюда удобно, потому что ты пройдешь сразу прямо, говоришь, Миша, я ваша навеки. Да, ты сначала говоришь, ой, не, рано, еще рано. Да, сюда. Хорошо. Миша. Пожалуйста, музыка, можно? И 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 3, 4, 5, 6, 7. Ронд. Раз, два. Сажусь. 3, 4, 5, 6, 7. И. Раз, два, три, четыре. И. 5, 6, 7. Миша спевает. Окей, спасибо. Спасибо. Еще разок. Поддержка на два. Да, на два. А, блин, не слышно. Глупость хотел сказать. Они должны подняться на полупальцы. Момент. Смотрите, ребятки, у вас идет, вы сделали раз, два, три, четыре. Да, 5, 6 и на полупальцах. Опоздали, я понял. Еще разок сначала. А что там получается, плавает звук? Он как-то начало громко? А, понятно. Поехали еще разок. Спокойно. И 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, и пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, 4 и 5, 6. Миша спевает. Спасибо. Спасибо. Я прислухаюсь, молчу. Голос мизливый. Нет. Нет, сейчас. Раз, два. Раз, два. Три, четыре. Раз, два.
Вы не делаете поворот. Центральная пара, не делайте поворот. Вы делаете раз, два, три, четыре друг к другу. И медленно, 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 да. Парни, вместе поворот. У вас по музыке будет просто раз, два, три, четыре. Вот, подожди, вам неудобно тоже. Вам неудобно. Раз, два, три, сюда, четыре. И вот вы должны остаться туда. Да. Чтобы поменяться местами. Ну да, бег, бег. Ты же стоишь здесь. Кто здесь стоит? Что же я делаю? Раз, да. Раз, два. Ой, а девочки? Ой, не, не надо. Сейчас еще мост сломается. Я хотел в обратную сторону сделать, чтобы вы сделали сюда. Раз, два. Это буду долго учить будем. Может, попробуем? Вот эту часть. Вы не туда делаете, вы делаете в эту сторону. Да. И у вас, получается, левая нога пойдет. Нет? К зрителю. Мы в другую, нет, мы в другую сторону делаем. В другую сторону делаем. Мы делаем раз, к зрителю два, к центр три и четыре. Не. А, чтоб выучили. Мне не нравится, грязно очень. И вы не отработаете. Значит, парни, у вас остается это? Вы то, что делали, то есть... У вас остается вот это все. У девочек я уберу сейчас. Хорошо? Не учи. Ничего не учи пока. Мы делаем по ходу, у девочек будет проще. Вы делаете раз, два, две руки вверх. Открываю 3, 4, 5, 6, 7, 8. Проще, вообще никуда ничего не надо делать. Запомнили, да? Вы делаете. Я уже заканчиваю. И сюда разворачиваю. Ой, господи, сюда по ходу. Разворачиваюсь, поднимаю ручки вверх. И медленно, просто медленно, 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 медленно. Фух. Да, все. А ты делаешь то, что делала. Да, вместе с ним. Вот так. Вот, да. Только не сдавайся, а расслабь кисть. Вот, вот так, да. Не, не, да. Да. Через волну. У вас, у парней. Раз, два, три. За себя. Четыре. Побежали. Пять, шесть, семь, восемь. Вправо. Нет. Ну, то же самое. Просто я развернул тебя в другой ракурс. И за себя. Нет. Сюда. Сюда. К ним. Раз, два, три. В центр, в центр, в центр, в центр. Да. Миша. Миша, смотри. Раз. Мы куда делаем? А, сюда, извини, сюда. Здесь выкручиваешь и в спину. Ногу разверни. Теперь за себя. Тум. За себя. Опускай. Давай.
И за себя. Нет, нет, нет. Руки вообще не трожь. Ты их делаешь вот так вот. Стоишь. Опускай руки. Раз. Вот и все. Да. Окей. Еще разочек. Давайте. Вы забежали. Давайте забегаем в круг. Да. Не-не-не, отсюда, когда мы забегаем. Наташа. Так, у них и должно отличаться. Конечно. Все, отличаются. У вас, у них... Вот так должно быть. Нет, надо опускать вниз. Наш девочку берешь и опускаешь вниз. У девочки, смотри, они когда пришли, смотри, они когда пришли, у них идет ручки назад, опускают, разворачиваются и падают. Вот руки девочек. А потом, когда вы подставили ногу, она закручивается внутрь, и у нее рука будет одна вверху, и потом опустилась. Можно повторить? Можно повторить. Давай, встаньте, пожалуйста, девочки, девочки, встаньте в круг. Встали дети, встали в круг, встали в круг, встали в круг. И подставили ронд. Опускаю. Это синдром. Молодец. Еще разок. А еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Да. Поехали. Разбегаемся. Вход в круг, да. Миша. Наташа. Наташа. Пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Супер. Да, 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 да. На раз, да. Раз. Не, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Потому что они на раз поднимаются. Угу. Да, мы уже. Давайте еще разок музыкально, именно вот эту часть, и идем дальше. Мы вспомним то, что мы делали, вот этот финальный, там, где со словами. Полностью все. От начала до момента поднятия. Подняли, остановились. Музыка идет дальше. Мы выстраиваемся вот там на линию. И то, что было в прошлый раз. Извините. Я знаю, мы его сделаем. Было бы время. Да, да. Добавим еще 2 часа. На завтра, да. Давайте еще разок. Пожалуйста, на исходную позицию. Наташа. Туда. И очень... Где же я, где же, где же, кто я, где я? Хорошо? Готовы? Пожалуйста, музыку. А что вы все... Стоп, подождите. А что вы все сидите в одну сторону? Можешь туда сесть лицом? Спасибо. Или анфас сядь. Анфас сядь. Да, молодец. Отлично. Аполлон. Пожалуйста, музыку. Дея, мама, дея.
семь и. И. Пять, шесть, семь и. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пускай, спасибо. Идем, опускаем, опускаем, опускаем. И дальше пускай играет, пускай играет, пускай играет. Выстраиваемся, я потом сейчас поговорим. Туда, 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 туда. Кожна мрія світла, як мелодія. Чую я вітру пісню, чую шепіт хвиль, чую я спокій літ, чую я серцем світ, чую я. Все вместе. Окей, спасибо. Окей. Мы на сегодня закончили. Но я вас вообще от души всех благодарю за проделанную работу, за вашу отдачу, за вашу энергетику. Вы мега крутые, вы мега позитивные, вы мега открытые, и это вообще огонь. Потому что очень мало людей, которые умеют так жить, так, ну, я даже не знаю, как это передать, чувствовать состояние, это вообще мега круто. Поэтому вам огромнейшее спасибо. Телезрителям огромнейшее спасибо, что вы были с нами этот весь период. Вы можете нам написать, мы можем вам оставить комментарии по поводу видео. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте. Мы с вами будем сотрудничать и дальше работать. Вам огромное спасибо. До новых встреч.